Ну что, добрый день всем. Давайте потихоньку начинать. Прошлая неделя была богата на громкие анонсы в машинном обучении. Я не знаю, если вы следите за новостями этой сферы, то вы, возможно, видели, что две мегалаборатории, DeepMind и OpenAI, выпустили, значит, DeepMind выпустила штуку, которая решает задачки по программированию. Ну, как они писали, на уровне среднего человека, то есть на уровне среднего участника конкурсов на решение этих задач. На уровне среднего человека, который пишет на Codeforce, но это, как бы, короче говоря, это не означает, что это прям на уровне профессиональных программистов. Средний. Нет, конечно, не означает. Вот. Еще попозже будет. Это нужно еще подождать недельки, я думаю. OpenAI выпустила штуку, которая решила две задачки с международной математической олимпиады. Тоже автоматически. Вот. Но они там прикрутили какие-то... Значит, они там прикрутили какой-то... Я не разбирался, только заголовок видел, что это. Прикрутили к системе... автоматической проверки решения, или автоматической проверки доказательств прикрутили, значит, под машинное обучение, нейронки, и что-то такое хорошее получили. Вот. Все это, конечно, очень впечатляет. Нет, мне кажется, что это не грустно, мне кажется, это очень прикольно. Мы живем в очень интересное время. Я не знаю, я вот не смотрел ту статью, которая про доказательства, я смотрел ту статью, которая про программирование. Вообще, мне понравилась статья, она интересная, но при этом, когда ее читаешь, понимаешь, что она реализует как бы штуку, которая думает не как человек, а там совершенно другой алгоритм. Но на самом деле это довольно забавная штука, потому что они использовали, значит, у них несколько частей, они использовали языковую модель, которая, ну, там какой-то большой трансформер, который сначала был обучен просто, чтобы генерировать код, то есть ему показывают кусок кода, где там, допустим, что-то пропущено, ему нужно что-то дописать, и ему нужно научиться дописывать. То есть, как бы, поначалу код, например, придумывает, как он будет продолжаться, что-то в таком стиле. Вот. Это они обучали на огромной базе исходного кода с GitHub. Потом они дообучили этот трансформер, чтобы он все-таки из условий на естественном языке придумывал решение. Вот. Но при этом, если кто-то думает, что он начал придумывать хорошее решение, то нет. Он начал придумывать, то есть вот такой совсем, совсем тупой brute force пока не работает все-таки. Вот. Он начал придумывать там, тысячи или десятки тысяч, ну, то есть они его специально запускали в таком режиме, когда он генерирует огромное количество решений, но при этом абсолютно большинство этих решений неправильные. А дальше, ну, как бы в условиях там обычно есть какие-то примеры ввода-вывода. И они использовали эти примеры в качестве таких, как бы, тестов для... Ну, формально на этом самом Codeforce есть ограничения. Вы не можете слишком много раз отправлять задачи на тестирование, иначе можно просто брутфорсить это дело. Вот. Поэтому они, чтобы сымитировать вот это ограничение, сказали, что вот на окончательных тестах мы будем... разрешать нашей системе отправлять не больше 10 решений. Значит, для того, чтобы вот выбрать из этих тысячи решений, которые они там нагенерировали, они, во-первых, смотрят на те тесты, которые просто приведены в условия, к примеру, ввода-вывода. Во-вторых, они генерируют еще дополнительные тесты из условий, они генерируют тесты. При этом часть этих тестов правильная, часть неправильная. И дальше они используют вот эти дополнительные тесты, чтобы дополнительно кластеризовать вот эти самые решения, которые они сделали. То есть они хотят проверить, что, ну, грубо говоря, что там одинаковые решения, логически одинаковые решения должны там ломаться на одних и тех же тестах. Вот. Эти тесты могут быть неправильными, может быть, на них нужно ломаться. Но они хотят объединить, дальше они кластеризуют, выбирают какие-то большие кластеры, ну, большие, маленькие, какие-то получится. Вот, этих самых решений. И после этого из каждого кластера выбирают по одному, и вот их уже отправляют на проверку. И вот эта штука, типа, ну, как бы считается, что программа победила, если она смогла отправить 10 решений, из этих 10 решений одно было правильным. То есть, в общем, это такой довольно забавный алгоритм, который, с одной стороны, генерирует много бреда, с другой стороны,
есть дополнительный алгоритм, который пытается из этого бреда вытащить то, что будет похоже на настоящее решение. Вот. Мне это понравилось, потому что тут используется куча разных методов, на самом деле. Есть какой-то такой self-supervised learning, эти самые большие языковые модели, есть больше таких supervised вещей, когда вот есть конкретная задача, конкретное решение. Есть какие-то вообще supervised вещи, кластеризация. В общем, довольно прикольная работа. Мне понравилось. Ну, конечно, грустненько немножко, что такие работы могут делать типа 2-3 места на Земле. Вот. Но надо сказать, что я в какой-то момент общался с моим коллегой, с Сергеем Бартуновым, и он тогда как раз устроился работать в DeepMind, вот, и он мне сказал, что вот он в какой-то момент понял, что все это, конечно, всякие крутые штуки, это, конечно, круто, но вот важен фундамент, важно понимать линейную регрессию. Вот, к чему я все это рассказываю? Давайте, друзья, еще поговорим про линейную регрессию. А потом, может быть, кто-то из вас напишет модель, которая будет работать получше, чем вот это вот все то, что есть сейчас. Окей. Так, значит, говорим еще про линейную регрессию. И я напомню, какая у нас была постановка задач. Значит, мы считаем, что у нас есть данные, которые устроены как x1, y1 и так далее, xn и yn. Значит, все x-иты принадлежат какому-то пространству rd. И сейчас у нас эти x-иты фиксированы. Мы не считаем, что они случайно как генерируются с какого-то распределения. Мы считаем, что они просто даны. А вот про y-ики мы верим в следующее. Мы верим в то, что существует какой-то вектор весов. Значит, это тоже элемент Rd. Вектор весов фиксированный тоже какой-то вектор. И наши y-ики генерируются таким образом, что y-ита – это есть просто скалярное произведение вектора весов на x-ита, плюс какой-то шу, эпсилон-ита. И про эпсилон-ита мы знаем, что они… Ну вот в прошлый раз мы говорили, что эпсилон-ита распределены нормально. А сейчас я немножко ослаблю требования и скажу просто, что эти эпсилон-ита… Не суть важно, как они распределены, важно, чтобы они были независимы друг с другом. Значит, эпсилон ита – это случайная величина. Так что, во-первых, у них нулевое ожидание. Во-вторых, у них какая-то дисперсия. Давайте считать, что все дисперсии одинаковые. И в-третьих, давайте потребуем, чтобы они были бы, ну так, независимо, но нам на самом деле хватит просто нескоррелированности. Давайте потребуем, чтобы просто корреляция эпсилон и до эпсилон g равна основе. Соответственно, все выполняется. Вот. Значит, вот такая у нас постановка задачи. И метод нахождения оценки для вот этого W, который мы обсуждали в прошлый раз, это штука, которая называется методом наименьших квадратов. W с крышечкой – это такая штука, которая минимизирует residual sum of squares от W, где RSS сумма от W до W M
Значит, мы таким образом находим оценку для нашего вектора весов. Значит, в прошлый раз мы говорили, что вот эта штука, это, она там у нас появлялась как-то как оценка максимума правдоподобия при условии, что остатки распределены по нормальному распределению. Сейчас мы сняли условия про нормальное распределение остатков. Но просто говорим, что вот мы хотим искать, хотим сейчас изучать свойства вот такой оценки. Откуда эта оценка пришла, нам сейчас уже не очень важно. Значит, вот эта штука называется ММК оценка, метод имеющих квадрат. Вот. Это не единственный способ оценивать коэффициенты линейной регрессии, но он ужасно популярный. Мне кажется, что он ужасно популярный по той причине, что про него можно много чего сказать. Для теоретического анализа он очень приятный. Это не означает, что он самый лучший метод на практике. У него есть свои минусы, мы про это еще поговорим. Но, по крайней мере, для теоретического анализа он очень хороший, поэтому его обсуждаем. Вот. Окей. В первую очередь, давайте я переформулирую все вот это дело сейчас, с одной стороны, в новаточном языке, а с другой стороны, дам некоторую геометрическую интерпретацию, которая иногда бывает очень полезна. Значит, такая линейно-алгебраическая интерпретация. Значит, мы можем записать вот эту вот штуку. Мы можем записать в таком виде. Мы можем сказать, что у нас есть матрица X. Это матрица, у которой N строк и D столбцов. Матрица объект признак. А дальше мы можем сказать, что у нас есть вектор Y. И дальше можно сказать, что, значит, что у нас там. Еще у нас есть такой вот эпсилон, это тоже вектор эпсилона. Это случайный вектор. И дальше мы просто говорим, что вектор Y был получен таким образом. Мы на X умножили W и прибавили эпсилон. Вот. Соответственно, наша МНК оценка устроена теперь так. Если мы посмотрим наоборот на RSS, то это норма x w минус y в квадрате. И, соответственно, наша задача – это значит минимизация вот этой нормы. Вот. То есть я тут немножко, у меня некоторая вольность обозначения. Вот здесь W – это как бы произвольная свобода перемены. Ее можно вставлять что угодно. Но изначально мы считаем, что у нас есть какая-то вот эта вот W истинная, которую мы пытаемся оценить. Давайте, может быть, чтобы не было путаницы, давайте какую-то волнушку поставим. Вот. Хорошо. Теперь я хочу нарисовать картинку. Вот эти вот штуки, картинка очень напрашивается. Значит, картинка нарисована в немножко странном пространстве. Давайте я нарисую вот такое пространство, в котором, значит, у меня будет это D-мерное пространство.
нет, простите, не d-мерное пространство, а n-мерное пространство. Значит, и в этом пространстве я нарисую векторы, которые являются столбцами вот этой матрицы. Значит, у меня есть n-мерное пространство. Давайте я здесь буду писать, значит, пусть у меня будет x1 и так далее, xn. И в этом n-мерном пространстве я хочу нарисовать. Значит, вот это вектор x. Давайте я буду рисовать верхний. Пусть у меня верхний индекс будет обозначать столбец этой матрицы. Значит, вот я нарисовал вектор x1, а здесь я нарисовал вектор xd. Теперь смотрите, почему я нарисовал эту картинку. Давайте посмотрим на всевозможные значения вот этой штуки. Значит, кто оно такое? Это всевозможные линейные комбинации столбцов матрицы из большого. Согласны? Так работает. Вот, поэтому если я в n-мерном пространстве нарисую d векторов, которые просто есть столбцы вот этой матрицы x, давайте я напишу, что матрицу x можно представить в таком виде, можно представить в таком виде. Это вот столбец x1, столбец x2 и так далее, столбец xd. Значит, вот эта вот штука, x умножить на w, это всевозможные w, это просто подпространство, которое дотянуто вот на эти векторы x1 и так далее. Возникает какое-то подпространство. А теперь вопрос, что это за задача такая? Значит, у меня есть y живет вот в этом же моем n-мерном пространстве. Это какая-то точечка, которая где-то находится. Она совершенно не обязана быть вот в этой плоскости, вот в этом подпространстве, где-то она живет. А теперь скажите мне, что вот это вот за задача такая, что я хочу минимизировать вот этот вот RSS. Эту вот штуку. Расстояние от точки до плоскости, да. То есть я просто нахожу такую минимальную точку, которая лежит вот в этой плоскости, вот в этом подпространстве. Хочу найти такую точку, чтобы расстояние до вот этого моего y было бы как можно меньше. То есть фактически я просто хочу вот этот y спроектировать на y проектирую на эту плоскость, получаю какую-то новую точку, здесь будет y, пусть будет с крышкой. И вот этот y с крышкой. Дальше, если я его разложу по вот этому базису, по базису x1 и так далее, xd, то координаты вектора y с крышкой в этом базисе, это как раз и будет мое w. Согласны? Сейчас вот это такой вывод или без крышки? Это будет как раз w с крышкой, да. Ну, для этого нужно предположить, что все вектора, там, вот эти вот иксы, они не линейно независимы. Сейчас, значит, какие иксы? Смотри, какие иксы. Смотри, значит, здесь есть вот эти вот иксы с нижними индексами, это координаты. Нет, я имею в виду с верхними. Иксы с верхними индексами, это просто столбцы моей матрицы x большой считается фиксированной матрицей. Ну да, но нужно, чтобы разложить по базису, нужно, чтобы она была полного ранга. Да, это хорошее соображение, да. Значит, действительно, для того, чтобы вся эта конструкция работала, действительно нам нужно, чтобы вот здесь вот не было бы линейно зависимых столбцов, чтобы ранг матрицы x большой был бы максимальный. Собственно говоря, сейчас я напомню формулу, которая у нас получилась в прошлый раз, и там будет ровно то же самое условие. Ну да, пока. Значит, y с крышкой – это проекция, ортогональная проекция y на вот это вот пространство x1 и так далее, xd. W с крышкой – это разложение
Скрытый по базису. И так далее. Если он так. Вот. Значит, вот такая картинка, она довольно приятна. Про нее можно по-всякому думать. Единственное, что она очень сильно зависима от того, что вот у нас тут матрица X фиксирована. То есть, если, например, думать, как-то пытаться думать, что вот что будет, если мы добавим один элемент в нашу выборку. Вот с помощью этой картинки про такое думать нельзя. Или уберем один элемент из выборки. Вот. Здесь все полностью рушится. Но вот для исходной постановки задачи картинка довольно симпатичная. Окей. Давайте теперь... Давайте я напомню, значит, аналитическое решение на меньший квадрат, которое мы в прошлый раз нашли. А именно мы выяснили, что если x имеет полный ранг, то W с крышкой задается как x транспонированное x минус 1, x транспонированное y. Тут хочется задать вопрос, а почему нельзя сказать, что вот x транспонированное x минус 1 это x в минус 1 умножить на x транспонированное в минус 1? А потом сократить x транспонированное в минус 1 с x транспонированное. Ну да, x не квадратная матрица, поэтому, конечно, нельзя так сделать. Вот. Давайте еще одну вещь. Значит, вот в той вот картинке. Не, я сейчас. Вот. Давайте сейчас еще вот в этой вот картинке посмотрим, что есть что. Вот вопрос такой. А вот как найти все-таки y с крышкой? Вот у нас там есть оценка для W с крышкой. А как найти y с крышкой? Ну, на самом деле, что такое y с крышкой? Это мы оценили по нашему методу меньших квадратов W с крышкой, а потом нашли предсказание нашей регрессии. То есть это означает, что мы вот эту вот W с крышкой просто подставили формулу для вычисления Y. То есть что это означает? Что мы сделали с W с крышкой? Ну, взяли произведение с вот этим X. Поэтому у нас Y с крышкой... Это есть. То есть я матрицу x слева умножаю на W с крышкой. То есть получается вот такая штука. X. X. Первый x транспонированный x. Получается вот такая формула, я не знаю, почти наверняка на линейной алгебре у вас должна была быть эта формула. Потому что это как раз вот эта вот штука, вот это произведение матриц x на x транспонированный x минус 1 на x транспонированное. Это просто линейный оператор, который занимается тем, что проектирует ортогонально все пространство на плоскость, натянутую на столбцы матрицы X. Можно было бы это просто выписать из линейно алгебраических соображений, там, поделать со скалярным произведением, с проекциями, все такое. Вот, как? Было что-то такое, не было? А куда делась эпсайлон в y с крышкой формуле? Сейчас, значит, смотрите. У нас есть y. Y получено вот таким вот образом. Но сейчас вот эта вот формула, она вообще говоря не помнит о том, как этот y был получен. А вот эта формула – это просто штука, которая работает, это просто правило предсказания. Значит, это штука, которая восстанавливает предсказания нашей модели. Ну вот, у нас есть какой-то набор иксов. Вот для вот этих иксов у нас есть вектор предсказаний y с крышкой. Вот эта штука его таким образом восстанавливает. Значит, если на вход ей подали вот этот y, неважно, как он был получен, то вектор предсказаний вот такой.
Значит, это столбцы матрицы Х большого, это наши столбцы признак. Вот. Они есть элементы пространства РФ. Вот. Вот здесь нарисовано пространство РФ. И в этом пространстве есть вот эти вот самые столбцы. Они нам нужны вот почему. Потому что вот как бы если бы не было вот этого вот эпсилона, то тогда бы обязательно Y лежал бы вот в этой плоскости. Потому что у нас по вот этой формуле видно, что как раз Y получается как линейная комбинация столбцов матрицы X. Поэтому он должен был бы лежать вот в этой плоскости. Но из-за шума он там, в общем-то, не лежит, а лежит где-то еще. Соответственно, наша процедура устроена так, что мы берем любую точку Y, проецируем ее ортогонально на вот это вот подпространство. И вот это как раз предсказание нашей модели. А дальше, если мы хотим найти W-шки, то нам нужно, наоборот, разложить вот эту вот штуку, разложить по базису из X1 и так далее. Так, хорошо. Еще вопросы? У нас получается предсказание, что не зависит от экспресса. От экспресса того, раньше будет зависеть предсказание? У нас же вот x большой. Да, смотрите, значит, это правда. Вот сейчас во всей этой истории я сейчас забываю, по крайней мере, на какое-то время, я сейчас вообще забыл про то, что у нас когда-то были какие-то трейновые тестовые выборки и так далее. Сейчас, значит, вот этот вот Y – это предсказание на трейне. У нас сейчас вообще никакого теста нет. Мы считаем, что у нас есть фиксированный X, и все. И к нему какой-то Y, который может там по-разному генерироваться, но X у нас фиксированный. И поэтому никакого теста у нас нету. А вот этот вот Y с крышкой – это предсказание на трейне. Вот. Причем буквально на трейне, вот на тех же самых иксах, которые у нас там были. Вот, хорошо. Значит, смотрите, что я сейчас хочу понять. Значит, я напомню, что мы когда обсуждали всякие разные оценки, мы говорили, что вот у нас бывают оценки, которые обладают разными хорошими свойствами. Ну, например, есть свойство состоятельности. Но тут про вот эту вот штуку сейчас как-то трудно говорить про состоятельность, потому что мы зафиксировали размер выборки, поэтому там ничего особого мы никогда сейчас устанавливать не будем. Это, в принципе, если предположить, что наши иксы там тоже взяты из какого-то распределения, то, в общем, МНК-оценка будет состоятельной. Оценки максимума правдоподобия, кажется, всегда состоятельной. Ну, по крайней мере, как правило. Такой простой дешевый способ сделать состоятельную оценку. Возьмите оценку максимума правдоподобия. Вот. Следующий вопрос, который у нас возникает, является ли эта оценка несмещенной? И вопрос про ее дисперсию. Потому что мы знаем, что если у нас, например, есть две разные оценки, которые обе несмещенные, то из них лучше та, у которой дисперсия что, большая, маленькая? Маленькая, да. Потому что это означает, что она мало отклоняется от своего среднего. Средняя – это как раз то значение, которое мы хотим предсказывать, если она несмещенная. Вот, поэтому первое, что нужно сделать, это проверить несмещенность этой оценки. И тут нам вот эти вот явные формулы очень помогут. Давайте проверим, что W с крышкой – это несмещенная оценка для нашего настоящего W. Ну что, ну давайте проверять. Значит, мы знаем, что наша W с крышкой получена вот таким вот образом. А как получен Y, как получен Y, вот тут написано. Y получен вот так. Значит, давайте считать мат ожидания W с крышкой. То есть мат ожидания X транспонированный X минус первый
То есть мы сейчас работаем в условиях, что вот эта штука определена, то есть что столбцы матрицы X линейно независимы. А, значит, X транспонированный X минус первый, X транспонированная Y. А с другой стороны, Y это кто такой? Y это XW плюс Epsilon. Где W фиксированная штука, а Epsilon это случайная величина. Значит, давайте я честно распишу. Значит, это монтажа давняя. X транспонированная, X минус первая, X транспонированная. И здесь будет W. Это W, X, W. И все. Так, скобочки, все вроде на месте. Так, давайте смотреть, что здесь получается. Монтажа данная, x транспонированная, x минус первый, x транспонированная, x дубль плюс x транспонированная, x минус первый, x транспонированная, x. Так, давайте смотреть. Значит, вот эта штука, это кто такое? Это просто наше W, потому что x транспонированное x с x транспонированным x минус 1 через образом сокращается. Можно так, скобочки расставить. А, хорошо. Значит, получается, что это матожидание от W. W это вообще константа, это не случайная величина. Поэтому матожидание от нее равно просто не самому. Поэтому просто получается W плюс. И теперь давайте смотреть на вот эту штуку. Значит, матожидание вот такой вот штуки. Это что такое? А, значит, смотрите, самое главное, что нам нужно знать, это то, что матожидание всех компонентов эпсилона равно нулю. А с другой стороны, что здесь написано? Здесь написано какая-то не случайная фиксированная матрица умножить на эпсилон. А, понятно ли, что матожидание можно переставлять с умножением на фиксированную матрицу? Ну, просто в силу линейности матожидания и в силу линейности умножения на матрицу. Но можно просто явно посмотреть. Как бы, ну, представьте себе, да, я умножаю эпсилон на какую-то матрицу. То есть что это означает? Это означает, что у меня в каждой компоненте возникает просто эпсилон умноженное на одно число, эпсилон 1 умноженное на одно число, плюс эпсилон 2 умноженное на другое число, плюс и так далее. Значит, после этого просто по линейности матожидания я вижу, что если матожидание всех эпсилонов были нулевые, то есть матожидание всей этой штуки тоже нулевое. А, значит, получается просто вот так. Фиксированную матрицу. Все. А, значит, доказали, что оценка максимума правдоподобия не смещена. Согласны? Все верят в то, что подтверждение и умножение на матрицу коммутируют. Не нужно более подробно объяснить? Окей. Хорошо. А, давайте. Значит, мы таким образом доказали, что эта штука не смещенна. И следующий вопрос, который нас интересует, но раз она не смещенна, а, значит, нам для того, чтобы оценить, насколько она хороша, ну, там, с точки зрения, допустим, квадратичной функции потери, нам очень хочется найти ее дисперсию. А, ну, что значит найти ее дисперсию? А, ну, во-первых, W с крышкой – это случайный вектор. У случайного вектора есть не дисперсия, а кто? То есть вот у скалярной случайной величины характеристика ее разброса – это дисперсия, одно число. Абсолютно. Да, корреляционная матрица. А, значит, давайте посмотрим на то, что такое корреляционная матрица. А, давайте, наверное, здесь будет полезно сделать некоторый такой
некоторые напоминания про... А можно вопрос про проекцию? Почему мы проецировали Y на плоскость именно из векторов x1 и xd? У нас ведь есть как бы c из d по 2 пар, то есть мы можем взять x2 и xd, там x3 и x5. А, то есть плоскостей много, почему именно на это? Нет, сейчас, значит, то, что я здесь написал x1 на xd, здесь вот здесь многоточие на самом деле. А мы проецируем y на что? А у нас есть d-мерное подпространство. Значит, картинка условная, поскольку я не умею рисовать. Это проекция на пространство, а не на плоскость. Да, ну, на гиперплоскость. Да. А здесь вот многоточие написано, видимо, я просто не очень четко это написал, да. Здесь x1, запятая и так далее, xd. На подпространство, да, конечно. Окей. Так, значит, давайте поговорим немножко про матрицы ковариации. Допустим, у меня есть какая-то случайная величина z, пусть это случайная величина, ну, в n-мерном пространстве. Да, значит, у нее тогда есть матрицевая вариация. То есть, если я запишу эту самую z, то есть я считаю, что у меня есть какой-то базис, и если я в этом базисе запишу z как z1 и так далее, z, ну, давай считать, что мы работаем просто с Rn, базис всегда стандартный. Как правило, это так и будет. Значит, тогда матрицевая вариация – это такая штука, такая вот матрица, в которой написано здесь вариация z1 и z1. И я напомню, что вообще ковариация двух случайных величин – это вот такая штука, это вот ожидание. Это минус Е. Что показывает ковариация, кстати? Допустим, если ковариация положительна, то что это означает? Как идут все случайные величины? Ну, значит, они как бы в положительной обратной связи, так скажем. Линейную зависимость, может быть? Ну, да, как бы, ну вот, если ковариация положительна, то, по крайней мере, это похоже на то, что между ними так в среднем есть какая-то такая монотонная зависимость, которая, ну, в общем, какая-то, я бы сказал, такая... Ярко выражена монотонная зависимость. Если одна величина больше, то да, если одна, если мы знаем про одну величину, что она большая, то, скорее всего, другая величина тоже большая. И наоборот. А если отрицательно, то наоборот. Угу. Если две случайные величины независимые, то что тогда вы можете сказать про их ковариацию? Она нулевая. А наоборот, если ковариация нулевая, могут быть случайные величины зависимыми? Могут быть. Хорошо. А пример строить умеете? Нет. Хорошо. Нужно уметь, если что. Так. Смотрите. Значит, вот есть такая матрица. Давайте про эту матрицу поговорим. Во-первых, что сразу можно про эту матрицу сказать? Она симметричная. А если у вас есть симметричная матрица, то это означает, что эта матрица, скорее всего, матрица чего? Какая-то матрица Грамма, да, это похоже на правду, и это даже в какой-то мере верно. А еще? Ну, то есть, в некотором смысле, это, да. Это может быть матрица Грамма, если она еще положительно определенная, но, кстати, это чтобы быть положительно определенной. Вот. Но вообще, если у вас есть симметричная матрица, то, скорее всего, где-то рядом находится какая-нибудь квадратичная форма. Или линейная форма, если точнее квадратичная. Вот. Ну и, собственно говоря, на самом деле матрица ковариации, ее такой инвариантный, независимый от координат смысл, что это действительно квадратичная форма.
Или что это матрица квадратичная, матрица билинейной формы. Ну, давайте я запишу ее в виде билинейной формы. Значит, наверное, можно не смущать. Матрица играла бы есть квадратичная форма. Ну, да-да-да. Я не помню, просто матрица грамма это словосочетание используется для любой квадратичной формы, или только для линейки, если мы хотим базис применять. Ага. Просто что-то в моей голове матрица грамма плотно связана именно с суперным произведением. Там тогда еще положить наплевать, слушай. Ну окей. Сейчас, но здесь у нас есть только неотрицательная определенность. Неотрицательная определенность, это правда, да. Ну ладно, мне сейчас не понадобится. Но на самом деле, давайте я просто запишу ту форму, которая к этому делу относится. Значит, давайте я как-нибудь эту матрицу обозначу, давайте я ее обозначу вот так. Я буду ее писать как var z, на букву b буду ставить большую, в знак того, что это на самом деле не дисперсия какой-то случайной величины, а одномерной, а на самом деле это как бы обобщение дисперсии на многомерный случай. Значит, я скажу следующее. Я скажу, что если у меня есть... Значит, кто такая матрица ковыряться? Давайте я зафиксирую C и это. Нет, давайте просто не C, а другие, как U и V. Значит, фиксировали вектора... Тогда, если я возьму вот эту самую мою матрицу вариации и домножу ее, например, на вектор U справа и на вектор V транспонированный слева, то это все равно, что такая штука. Это есть мат ожидания для... такой штуки, скалярное произведение вектора U минус. Так, сейчас, давайте, мне нужно не ошибиться. И здесь вектор В сконцентрированным вектором. Значит, смотрите. Дай посмотрим на то, что здесь написано. У меня есть два фиксированных вектора. Вектор У и вектор В. Дальше я... Про каждый из этих векторов я считаю скалярное произведение с моим вектором z, но мне нужен не сам вектор z, а мне нужно его центрировать. Мне нужно вычислить из него мат ожидания, чтобы как бы сместить начало координат в центр всей картины. А дальше я беру вот эти два скалярных произведения, их просто перемножаю, и от всего, что получилось, беру мат ожидания. Значит, во-первых, при фиксированных u и v, то, что написано вот здесь, справа это просто число. Во-вторых, в силу линейности скалярного произведения и линейности мат ожидания, это билинейная форма. А в-третьих, на самом деле, если вы будете подставлять сюда в качестве векторов U и V, если вы будете подставлять координатные векторы, то будет видно, что тогда то, что здесь написано, и это просто вот элементы вот этой самой матрицы. И поэтому это равенство верно. Да, например, если я поставлю в качестве U и в качестве V первый базисный вектор, единичка, все остальные нули, то тогда вот здесь вот я просто возьму вот этот вот элемент, а здесь будет просто действительно ковыряться z1, то есть дисперсия z1. А как видно ли это, нужно ли это более подробно расписать? Значит, доказательства. Прямая проверка.
взялась на векторов. Вот, а поэтому матрица вариации – это на самом деле матрица вот такой вот билинейной формы. Но нам на самом деле будет интересна не билинейная форма, а нам будет интересна больше квадратичная форма. А, потому что в этой квадратичной форме есть понятная интерпретация. Вот про эту билинейную форму мне трудно ее как-то понятным образом проинтерпретировать, а про квадратичную легко. Давайте я нарисую картинку. Давайте, наверное, сейчас сотру. Такого стиля. Давайте представим себе, что у меня есть двумерное пространство, значит, у меня здесь будет z1 и z2. И если они не скоррелированы, то моя картинка будет выглядеть как-то вот так. Допустим, я насэмплировал себе точек, нагенерировал точки из этого распределения. Ну, или можно считать, что это все вот так. Что вот этот вот эллипс, это линия уровня функции плотности. Вот. И давайте посмотрим, что у меня будет. Давайте даже считать вот что. Давайте считать, что z1 и z2 распределены одинаково, ну, то есть с одинаковой, допустим, дисперсией, и при этом не зависит. Тогда у меня возникает просто вот такая вот круглая штука. И если я теперь возьму произвольный вектор, например, единичный, пусть U – это какой-то произвольный фиксированный вектор, единичный норм. То есть просто смотрю в какую-то сторону. А тогда вот эта штука. Значит, квадратичная форма, которая соответствует вот этой билинейной. А это что такое? Это мне нужно просто спроектировать мою случайную величину на направление этого вектора и посмотреть на дисперсию той случайной величины, которая, кстати, получилась. Да, у меня здесь вот эти обе части оказываются одинаковые, то есть получается дисперсия от фиксированного вектора U умножить на вот эту вот штуку, и здесь тоже тот же самый вектор U. То есть это на самом деле дисперсия некоторой случайной величины. И случайная величина – это просто скалярное произведение с этим вот вектором U, но если вектор U имеет единичную длину, то это просто длина проекции. То есть мне нужно… То есть, иными словами, вот эта вот штука отвечает на вопрос, насколько сильно разбросаны мои точечки вот в этом направлении, в направлении вектора U. Ну, давайте посмотрим на какую-нибудь такую штуку. То есть, вот, допустим, у меня какая-то вот такая. Значит, вот такие случайные величины, они скоррелированы. У них вариация будет какая-то положительная. То есть, если смотреть на матрицу ковариации, вот какая будет матрица ковариации вот здесь? Да, если они независимые, то есть если картинка как более-менее как нарисована, круглая, то они будут какие-то вот такие, допустим, 1, 0, 0, 1. А вот здесь у нас эта картинка будет какая-то вот такая. Здесь будет 1, тут будет 0,8, тут будет 0, а тут будет тоже 0,8, и тут будет 1. Значит, вот из-за того, что они скоррелированы, разброс вот в этом направлении будет большой, а разброс вот в этом направлении будет, наоборот, маленький. И матрица вариации как раз вот это видит. Как раз вот на этот вопрос она отвечает. Как? Понятна интерпретация? Значит, я просто... Я люблю, когда все можно понять в бескоординатной форме. Вот. А из матрицы ковариации можно как-то понять, что они вот в этом направлении хорошо разбросаны, сильно разбросаны? Еще раз?
Из матрицы ковыряться как-то можно понять, что вот в направлении биссектрисы они сильно разбросаны? Да, да, если вы приведете эту матрицу, например, к главным осям, то у вас первая главная ось, которая будет соответствовать самому большому собственному значению, она будет как раз разбросана в направлении биссектрисы. Просто найдите собственное значение в этой матрице. Да. И собственный вектор. У вас будет один собственный вектор вот такой, а другой собственный вектор вот такой. Вот в эту сторону будет большое собственное значение, а в эту маленькое. Хорошо, спасибо. Вот. Окей. Так, еще вопросы про эту интерпретацию? Хорошо. Значит, мне сейчас на самом деле важно вот что. Мне важно, как матрица ковариации будет вести себя, если я умножу мой вектор на какую-то фиксированную матрицу. Так, дилемма такая. Как вы думаете, чему равняется матрица ковариации для вектора АЗ, где А – это фиксированный, какой-то фиксированный линейный оператор, фиксированная матрица? Может, просто кто-то знает ответ, может быть, вам на теорию вероятности рассказывают. Так, ну хорошо, может, кто-нибудь сразу может догадаться. Как вы думаете? Ну, а в квадрате на матрицу ковариации? Ну вот если бы мы жили бы в одномерном мире, то да, у нас бы просто вынесся бы за дисперсию, вынесся бы квадрат нашего коэффициента. Да, 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 конечно. Давайте проверим, что это там. Значит, давайте просто посмотрим. Матрица ковариации, давайте я буду использовать вот эту вот запись. Значит, ну, лемма, собственно говоря, действительно состоит в том, что нужно с какой-то стороны замножить на транспонированное. Слева на обычно, справа на транспонированное. Значит, и мне сейчас в доказательстве как раз пригодится вот это вот. Формулировка такая бескоординатная. Мне кажется, все становится достаточно понятно. Смотрите. Значит, давайте мы возьмем. Я еще ковариацию для вот этого вектора АЗ. Ну, то есть я хочу сейчас найти мат ожидания, скалярное произведение. И здесь то же самое с вектором Г. Давайте я все дело просто запишу в таком матричном виде. Значит, что здесь у меня получается? Транспонированное. А мы не хотим будет выявлять? Мы не хотим взять уровень, да? Не, не хотим. Мне сейчас нужно, поскольку мне нужно, чтобы я мог бы легко находить всех. Ну, короче, на самом деле не важно. Можно так, можно по-другому. И так сработает. Ну хорошо, да, давайте для простоты будем рассматривать вот эту форму. Может быть, так будет чуть проще. Тогда это просто будет. Такая штука. Значит, вот я хочу посмотреть на дисперсию.
для... скалярного произведения у на АЗ. Вот это по что. То есть не основание, это просто мат ожидания. Правильно? А, так, теперь чего я хочу сделать? Я хочу на самом деле А перекинуть на вектор У. Сказать, что это... Значит, а что это такое? Значит, это означает, что вот эта вот штука, это что такое? Это мне нужно взять матрицу, корреляционную матрицу для Z и умножить ее справа на... какую штуку, а слева на этот вот. Согласны? Смотрите. Значит, я использую просто вот это же самое соображение, что, что наша корреляционная матрица, если ее рассматриваем как матрицу некоторой квадратичной формы, то она просто меряет дисперсию скалярного произведения с фиксированного вектора. Значит, вот я написал изначально. Вот у меня есть, значит, для вот этой вот штуки соответствующая квадратичная форма. Это форма, которая зависит от U и меряет дисперсию скалярного произведения вектора U с вектором AZ. Дальше я просто перекинул А сюда и собрал, транспонировал. И после этого, если теперь посмотреть на вот эту штуку, то это теперь дисперсия вот этого нового фиксированного вектора со случайной величиной Z. Скорее всего, со случайной величиной Z. Но дисперсия скалярного произведения фиксированного вектора с случайной величиной Z выражается через корреляционную матрицу с случайной величиной Z. Вот она корреляционная матрица случайной величины Z. И чтобы найти дисперсию, мне нужно посчитать значение соответствующей квадратичной формы. То есть справа и слева умножить на вот этот вектор. Вот я умножаю справа, вот я умножаю слева. И получается, что вот эта вот штука, это и есть моя новая матрица, моя матрица квадратичной формы, но уже относительно вектора U. То есть это матрица вот этой квадратичной формы. То есть это и есть корреляционная матрица для случайной величины АЗ. Как, похоже на правду? Это только матрица квадратичной формы байса. Только матрица квадратичной формы байса. Да, очень похоже, да. Но только тут... Ну, как бы, да, это в некотором смысле... То есть, если А это из одного пространства, то же самое пространство, то так происходит. Да. Вот. Окей. Хорошо, теперь давайте применим это наше знание. Давайте его применим к... Задача про вычисление дисперсии для оценок в метре меньших квадратов. Так, наверное...
можно стереть теперь вон ту часть. Значит, я напомню, что наша оценка записывается в таком виде. Значит, здесь Y. Или давайте сразу сделаем перепишу. X. Значит, X транспонированная. X дублирована плюс эпсилон. Или давайте запишем как W плюс минус первый x транспонированный эпсилон. А какая ковариационная матрица у эпсилон? Диагональная. Мы, в общем, с самого начала сказали, что с постановки задачи, что все эпсилоны, во-первых, не скоррелированы, а во-вторых, что у них у всех одинаковые дисперсии. Значит, ковариационная матрица для эпсилона таким образом это просто сигма квадрат умножить на торжественную матрицу. Значит, это я сейчас большой буквой А я назначаю торжественную матрицу. Ну, чтобы не было тесно с матрицей. А теперь смотрите. Значит, если я хочу посчитать дисперсию вот этой вот крышки. Во-первых, что делает вот эта задача? Как оно влияет на дисперсию? Никак. Никак. Это просто сдвиг. Сдвиг никак на дисперсию не влияет. Потому что он вычтется, когда мы вычитаем вот ожидание. Поэтому единственное, что мне нужно понять, это про вот эту вот штуку, чтобы понять. Но вот эта штука, она имеет очень простую формулу. У нас есть эпсилон, у которого известная матрица ковариации, и мы на этот эпсилон действуем постоянной матрицей. Как раз наша борьба за вот эту вот лемму, она как раз велась ради того, чтобы применить ее как значит, ориентационная матрица для крышки. Это и есть ориентационная матрица для крышки. Ну и давайте, значит, как у меня нужно посерединке написать сигма квадрат на А. И теперь справа нужно написать, что там, справа нужно вот эту вот штуку транспонировать, давайте транспонировать. Значит, если я ее транспонирую, то у меня x здесь, а здесь x транспонированный x минус первый. Заметьте, что транспонированный x это симметричная матрица. Я как я транспонирую, все одно получится. И значит, в минус первый она тоже симметричная. Поэтому ее не нужно транспонировать. А слева у нас чего получается? Нужно просто вот эту штуку написать буквально. Значит, x транспонированный x минус первый на x транспонированный. Так, теперь давайте вот эту сигма квадрат и, давайте мы ее вынесем куда-нибудь, потому что эта торжественная матрица нам вообще тут не нужна, она ничего не меняет. Сигма квадрат это константа, ее можно вынести. Получается вот такая штука. Что можно сделать с вот этим чудесным выражением? Ну, там xt, x. На x транспонированный x, на x транспонированный x минус 1. Ну, и следующие два множителя сокращаются с этим. Нужно выбрать те два множителя, которые вам не нравятся в большей степени.
Их сократить друг с другом. Остается просто сигма квадрат. Вот. И это на самом деле очень важная формула. Потому что она позволяет понять, что можно сказать про дисперсию W с крышкой, глядя на нашу матрицу X. Дело в том, что, ну, например, вот представьте себе, что матрица X, она не то чтобы она не полного ранга, но у него есть два столбца, которые почти линейно зависят. Что это означает? Что это означает теперь с точки зрения матрицы X, транспонированной X? То есть, если у вас есть два столбца в матрице X, которые почти линейно зависимы. Да, это правда. Да, это означает, что там есть какие-то очень маленькие собственные значения. А когда вы будете вычислять, наоборот, минус первую степень, у вас наоборот. Если она станет большим, какие-то собственные значения окажутся очень большими. И это приведет к тому, что у вас дисперсия W с крышкой по каким-то направлениям станет большой. И это, как правило, не то, что вы хотите, потому что вы хотите, наоборот, чтобы дисперсия была маленькая. Вот. Мы сейчас к этому еще вернемся. А пока что, ну вот мы нашли вот эту дисперсию, давайте зададим такой вопрос. Ну вот хорошо, мы ее нашли. И чего? А хорошая она или плохая? Маленькая она или большая? А, ну вот оказывается, что если вы рассматриваете всевозможные способы, как бы мы могли бы, какие бы способы оценить вот эту W с крышкой, мы же не выбирали, если наша оценка будет линейной и не смещенный, то никакую дисперсию лучше, чем вот эту, вы не получите. Значит, это теорема Гаусса-Маркова о том, что МНК-оценка является в некотором смысле самой лучшей. Но в довольно специальном смысле, а именно она является самой лучшей в классе несмещенных оценок. Значит, давайте я ее сформулирую. Доказывать я, наверное, сейчас не буду, хотя мне кажется, что на самом деле это простое утверждение. Может, я еще раз докажу. Значит, она говорит следующее, что вот у нас есть W с крышкой. Пусть W с крышкой – это МНК оценка, а сантиметр не меньше квадрата. W, давайте с чертой, это какая-то другая линейная несмещенная оценка. Оценка для W. Значит, линейно означает, вот смотрите, наша W с крышкой, она выражается вот Y, просто видит как умножение на какой-то матрице. То есть она линейна по Y, по нашим данным. И, кстати, если у нас есть какая-то другая оценка, которая устроена таким же образом, то есть тоже линейна по данным, и обязательно не смещенная, но выражается уже какой-то другой формулой. То утверждается, что вот эта вот оценка, она будет не лучше, чем вот эта МНК оценка в следующем смысле. То есть, если мы возьмем матрицу ковариации для вот такой штуки, вычтем из нее матрицу ковариации для вот такой штуки, то вот эта вот матрица будет не отрицательно определена. То есть, иными словами, в каком бы направлении
я не мерил дисперсию для W с чертой, а эта дисперсия вот в этом направлении будет не меньше, чем дисперсия в том же направлении для W с крышкой. Вот. Ну, хорошо, у меня сейчас есть еще 10 минут, и за эти 10 минут я хотел бы поговорить о том, ну вот мы тут сейчас все говорили, несмещенность, но требование несмещенности – это такое довольно, ну, такое искусственное немножко требование. Ну, конечно, нам приятно, что у нас нет каких-то систематических завышений или занижений в нашей оценке, но когда мы на практике все это дело применяем, то… Ну, что бы нам хотелось бы, это нам хотелось бы, чтобы у нас функция потерь была бы как можно меньше в среднем. А дальше возникает вопрос, а может быть, не всегда несмещенность – это хорошо. И для этого я предлагаю рассмотреть такой пример. То есть вот в классе несмещенных линейных оценок МНК оценка самая лучшая. Но может быть, если отказаться от условия несмещенности, может быть, мы можем сделать что-то лучше. Давайте рассмотрим такой пример. То есть представьте себе, что у меня сейчас пространство признаков двумерное, и данные устроены так. То есть вот у меня есть x1, x2. Значит, x у меня устроены так. Здесь у меня, допустим, 1, 0, 0, 1. И здесь, допустим, 10, 0, 0, 10. Так, сейчас неправильно нарисовал, неправильно число написал. Значит, давайте вот так. У меня по одному направлению есть две точки, которые устроены вот так, здесь единица, здесь минус единица. А по другому направлению у меня есть две точки, которые устроены так. Здесь будет 10, а тут будет 10. И давайте считать, что мой настоящий W – это просто вектор 1, 1. То есть у меня Y, Y. Тогда здесь буду просто писать соответствующий Y. Значит, Y генерируется таким образом. Значит, если настоящий вектор весок – это 1, 1, то, значит, вот это, например, Y устроен как 1 плюс шу, плюс эпсилон 1. Вот этот Y устроен как минус 1 плюс эпсилон 2. Вот этот Y устроен как минус 10 плюс эпсилон 3. А вот этот Y устроен как 10 плюс эпсилон 4. То есть у меня есть такая плоскость здесь, ну, которая просто трудно нарисовать плоскость. Это вот такая вот плоскость. И в каждой точке, во всех точках шум одинаковый. Значит, вот эти вот эпсилоны, они имеют одинаковую дисперсию. И давайте посмотрим, давайте сравним несколько моделей. Но вот меня сейчас особенно интересуют две модели. Первая модель, у нас есть модель 1, она обучается по всем данным. Есть модель 2, она обучается только по примерно x2.
То есть она вообще ничего не знает про переменные x1. Выкинули переменные x1, смотрим только на переменные x2. Да, и давайте, значит, мы считаем, что все эпсилоны, они имеют, они, допустим, дисперсия равняется какому-то сигму квадрату. Давайте смотреть, что будет происходить. То есть меня интересует сейчас ожидаемая ошибка в предсказании. И да, то есть меня интересует ожидаемая ошибка в предсказании. Для того, чтобы посчитать ожидаемую ошибку предсказания, я буду использовать. Значит, я буду использовать эту формулу, которую мы сейчас выберем. Поэтому давайте то, чтобы стирать, не буду, вот это все. Значит, как вы помните, ожидаемая ошибка предсказания делится на, можно разложить в три слагаемые. Шум, смещение, разброс. Шум везде одинаково, его сравнивать не имеет смысла. Имеет смысл сравнивать смещение и разброс. И я для каждой из этих точек буду вычислять значит, смещение и разброс для вот этих двух моделей. Модель 1 и модель 2. Смещение разброс. И тут для каждой из точек. Значит, точки у меня 1, 0, минус 1, 0, 0, минус 1, 0, 0, минус 10, 0, 10. Значит, смещение в модели 1 чему равно? Значит, смещение – это мне нужно посчитать от ожидания моих предсказаний, вычесть правильное предсказание. Чему равно смещение для вот такой вот модели, которая обучилась по всем данным? Ноль получится. Ноль получится ровно потому, что модель не смещенная. Потому что она дает несмещенные оценки для эпицентров. А дальше это означает, что когда мы будем поставлять соответствующие величины, соответствующие иксы, то мы получим несмещенные оценки для вот этих вот штук. Поэтому смещение в этой модели просто нулевое. Теперь, чтобы найти разброс, нам на самом деле нужно сделать вот что. Нам нужно найти... Значит, вот это мы нашли разброс для W с крышкой. Для того, чтобы найти разброс для нашего Y, нам нужно было бы еще подставить, значит, умножить наш W с крышкой, умножить на X. Да, то есть означает, что на самом деле нужно было вот эту вот штуку еще справа умножить на X, а слева умножить на X транспонирование. Значит, давайте я тоже немного напишу. Разброс y с крышкой, это есть разброс x с крышкой, это есть x с экспонентом. Ну давайте найдем, вот для этой вот матрицы x, которая здесь написана, давайте найдем, что у нас получится. Что такое x транспонированный x для этой матрицы? Да, и сигма квадрат. Это мы сейчас все учтем. Значит, сигма квадрат – это вот этот сигма квадрат. Да. Да, да, мы сейчас… да, да, да. Да, это важно, спасибо. Thank you.
Так, что такое экстранспонированный x у нас? Это что за матрица такая? Значит, поскольку векторы просто перпендикулярны друг другу, то у нас будут не нулевые значения, только на диагонали. И это будет типа 2 и 200. Вот. А, соответственно, эта штука минус первый. Это будет наоборот. 1/2, 0, 1. А, так, теперь что мне нужно сделать? Я могу на самом деле в отличной форме все это написать, но можно просто для каждой точки найти свою дисперсию. Значит, смотрите, вот для вот этой точки, для точки 1,0, у нас предсказание это просто W1 в крышке. Правильно? Значит, W1, а дисперсия 1/2. Поэтому здесь просто можно написать 1/2. И тут тоже будет 1/2. А сейчас, только еще нужно умножить на сигма квадрат. Вот так. А здесь какие числа будут? Значит, теперь мне важна вторая компонента. Значит, здесь мне важна дисперсия второй компоненты, то есть 1/200. Так это 1/200 сигма квадрат еще нужно умножить на 10 в квадрате. И получается снова 1/2 сигма квадрат. Согласны? Ну, потому что у меня была оценка для дисперсии коэффициента, и я умножил коэффициент еще на 10, поэтому там еще нужно было умножить на 10 квадрат. Вот, поэтому разброс здесь везде одинаковый, и он пропорционален просто сигма квадрат, просто в нашем шуме. Хорошо, теперь давайте представим себе, что я, наоборот, обучаю модель, которая вообще не знает про то, что результат зависит от x1, а знает только про x2. Давайте смотреть тогда, какое у нее будет смещение. Значит, у нас линейная модель, которая от x1 вообще не зависит. Какое она будет давать предсказание вот в этой точке? Ноль, да. Раз она линейная, просто коэффициент соответствует нулю. Значит, предсказание будет ноль, а настоящее предсказание должно быть единица. Поэтому смещение здесь будет единица. Значит, вот если вот здесь смещение будет единица, а вот здесь смещения будут нулевые, потому что вариативность по второй переменной модель учитывается. А первая переменная здесь просто равна нулю. А теперь давайте посмотрим на разброс. Как устроен разброс? Значит, как устроен разброс вот по вот этой вот первой переменной? Если там всегда предсказывается ноль. Ну, ноль и есть разброс. Ноль. И тут тоже ноль. Ага. А тут разброс каким был, таким и остался. То есть смотрите, если я теперь просто сложу смещение с разбросом, вот здесь общая ошибка будет 2 сигма квадрат, ну, та компонента, которая не включает себя шум. А вот здесь она будет сигма квадрат плюс 2. Какой вывод можно из этого сделать? Какая модель лучше? Ну, при маленьких дисперсиях лучше, конечно, первая. При маленьких, при больших, конечно, вторая. А при больших вторая. То есть, смотрите, если у нас очень большой шум в данных, то это приводит к тому, что, вот если посмотреть на вот эту вот картинку, да, что нам проще пожертвовать несмещенностью вот в этих точках, проще просто забыть про то, что модель вообще от этой переменной зависит, чем учитывать этот шум, который будет приводить к тому, что вот эта ваша плоскость будет вот туда-сюда гулять. Потому что вблизи вот этих вот точек здесь вот какой-то огромный шум. А вот здесь вот этот шум, он влияет гораздо меньше, потому что шум такой же, а его влияние на коэффициенты гораздо меньше, потому что точки дальше находятся.
Вот. Ну и по формулам тоже видно, что если меня интересует просто средняя ошибка предсказания, то вот эта модель может оказаться лучше. Не всегда, но может оказаться лучше, чем вот это. Потому что может так оказаться, что мы можем задешево выторговать какое-то количество разброса, обменяв его на какое-то смещение. Но здесь мы воспользовались тем, что мы точно знаем, что вот в этих вот точках смещение будет не очень большим. И это как бы связано с тем, что я изначально W выбрал так, что он один на один. Вот. Но на практике вот этот подход применяется. То есть на практике, если у вас есть какая-то переменная, у которой очень маленькая вариативность, то, может быть, ее выгодно просто грохнуть. Потому что она как бы несет в себе мало информации. В каком смысле. Но вот объяснение того, почему ее можно грохнуть, вот в этой вот табличке. Вот, ну вот, все, что я хотел сегодня рассказать. Есть какие-нибудь вопросы? Здесь у нас сумма гораздо больше. Стимы, наверное, можно было бы загрузить. Да, если бы у нас бы сумма гораздо была бы огромная, то можно было бы и вторую переменную грохнуть. Да, и может быть, может такое быть, что у вас настолько большой шум, что вам дешевле просто говорить, что все константа, чем пытаться из этого шума извлечь какую-то информацию. Да, такое может быть. Если вы понимаете, что сам себе ваш сигнал не очень большой, да, то выдавая просто ноль, вы совершите меньшую ошибку, чем если вы пытаетесь подстроиться под шум, который по величине гораздо больше, чем сигнал. Грубо говоря, так. Да. Окей, ну все тогда на сегодня. Если еще есть вопросы, подходите, я.